Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Faster On Light, и мы продолжаем смотреть за нашим GSL 1 на 1 капом на инвокерах, проводимым на площадке gsl.tv. Ну и что же, в финале у нас сразятся бомж помойки, или же как у него адекватное название на нашем сайте. Какое, кстати, неадекватное название на нашем сайте, я посмотрю, ладно, чуть позже посмотрю, против, в общем, Day. Ценно. Победитель получает 50 баксов прямо сейчас, ну ладно, или чуть позже, в принципе. В общем, получает победитель 50 баксов, а проигравший уходит ни с чем. На сайте написано у инвокера Сил Тьмы, что он Кус. Ну, будем называть его Кусом, значит, Кус так Кус. Итак, Descent против Куса. Что интересно, Кус сразу поставил у нас вард на хайграунд Descent. Descent, наверное, об этом не догадывается. Ну и давайте посмотрим по крипстату. Сразу вырывается вперед Descent. Имеется у него 3 добитых, 30 наверное, крипа против одного добитого и одного наверное, крипа у Куса. Тот начинает очень агрессировать, но у Descent слишком много добитых и заданайных крипов. То есть Descent слишком сильно начинает отрываться по крипстату. Начинает оторваться по экспириенсу, по золоту, соответственно, в общем, по всему, чему только можно. Вот посмотрите, что делает Кус. Кус, во-первых, у нас фидит фаржом, кто подфиживает. И сейчас очень много хп теряет. И да, Санстрайк взлетает, и остается 37 хп у нас у Куса. Идет форш, но у него слишком мало урона. Будет он сейчас танковать вышку, но там у нас регенерация есть у инвокера. И видя тангусов, он, собственно, съедает сейчас этот тангус. Должна ему сейчас еще прилететь фласка, но, в общем, все равно у того имеется всего лишь 2 добитых крипа, и он... покупает фласку на все деньги, что у него есть, по сути. Он ничего не заработал, а вот Descent как раз-таки продолжает добивать крипов, и никто ему в этом не мешает. Итак, Descent. Очередной крип, 9 добитых крипов, 4 знаменных имеется у Descent, и вторая минута, ну вот... очень агрессивно у нас начинает Descent, почти что убивает, собственно, Куса, но чуть-чуть не хватает буквально... одной тычки, которую он не сделал, в принципе, здесь под тавером Кусу. Ну что же, Descent даже приносит себе кларетку, но сразу же забивает ему Кус, поэтому Descent вызывает, собственно, форжей и продолжает стоять на миду и начинает агрессивничать. У того, у нас у Куса все еще имеется один тангус, поэтому он, собственно, его и съедает. Посмотрите, там пошел у нас Санстрайк по Дейсенду, Дейсенд от этого уворачивается, но у Дейсенда есть фласка. А все это время у нас Форж просто бил по Кусу. Итак, Дейсенд, Дейсенд все еще живет, еще и забирает у нас, собственно, Форжа. Ему, как я понимаю, фласку сбил Форж, и это не особо приятно, потому что остается всего лишь из регенерации тангусы у Дейсенда. Тот съедает у нас сразу же манго, на развороте начинает наваливать по Кусу. Кус отхиливается с фласки, все отхиливаются с фласок, ну, в общем, все пока что более-менее равные. Даже Кус вышел вровень почти что с Дейсендом. И что же, здесь у нас... Кус имеет 1-0 талисман против, ну, действительно, доминации Descent. У того еще имеется одна фласка, тангусы, веточка и 0 талисман. Но большая разница, на самом деле, даже по хиллам, которые имеются у игроков. По сути, у Куса больше ничего нету, а у Descent еще есть тангусы, фласка и все, что ему нужно. По левелам 4 и 4, то есть особо сильно они не различаются. По раскачке 2 квас, 2 экзорт у Дейсенда, 2 квас, 2 экзорт у Куса. Ну и скоро должен упасть, собственно, вард. Итак, Descent начинает хитаться, собственно, с Кусом. Кус получает пару тычек в свое лицо, ну и направляет просто Форжа на Descent. И сам Descent вызывает Форжа и начинает атаковать Куса. И продолжается у нас эта стычка. 0-0 счет, 4 минута. Вышка сил света полная, вышка сил тьмы также полная. То есть даже не хитали вышки. И в принципе, были, да, шансы у нас убить и Descent, и Куса, но ни одна из их попыток, собственно, не увенчалась успехом. Все они, по сути, ушли в никуда. Итак, отдает только у нас сейчас Форжа Descent. Одного лишнего крипа все-таки смог отдать Кусу, но все-таки один крип, это один крип. Это не так уж на самом-то деле много. Хоть какое-то преимущество, но не такое уж и большое. Итак, дальше у нас идет Кус. Descent снова вызывает Форжи. У того имеется уже Ring of Basilius. Прилетает теоретически у нас курьером в
две колоретки, собственно, Кусу, и тот получает очень много дамага в свое лицо. Остается у него 300 хп, сразу он юзает колоретку и просто будет стоять и регениться, не будет агрессировать Дейсенда. В свою очередь, Дейсенд тоже подрегенит ману за счет того, что у него есть базила, подрегенит хп сквазов, ну и... Успокоилась у нас игра снова, то есть пытались на первых минутах разбить друг другу лица у нас инвокера, но вот сейчас просто перестали. Так, у нас здесь, посмотрите, имеются иллюзии укуса, и поэтому Дейсент вряд ли до окончания этих иллюзий будет что-либо делать Кусу. Ну и Дейсент просто стоит и ластит крипов. Поставил свой обсервер на хайграунд. В принципе, это не спалил у нас Кус. Дейсент. Дейсент хочет очень сильно забрать чужого фаржа. Дейсент просто стоит и пьет фаржа. Ну, так его не ластхитит. Зря потратил своего фаржа. Получается, отдал своего фаржа. Ну и снова настается вард от Куса. Снова остается вард от Куса, линия сейчас будет отпущена в его сторону, так что, возможно, сейчас ему можно будет что-то придумать, хотя, вроде бы, он очень сильно проседает по крипам, то есть, посмотрите, проседает на целых 12 крипов и на 3 заденайных крипа, хотя вот уже будет поменьше, потому что крипы идут под вышку Кусу, ну и начинает у нас Дейсент бить вышку, хотя нет, я думал, что он уж хотя бы одну тычку с фаржа сделает, но нет. Вышки у нас просто покоцаны крипами, то есть ничего критичного там явно нету. Дейсент еще одного крипа добил. В итоге у нас просто сейчас форж воюет с другим форжом и помогает Дейсент своему форжу, но тот форж сейчас просто исчезнет. Просто он призывает нового у нас Кус, и Кус очень хочет теперь забрать у нас форжа Дейсенда, но вот очень сильно играются с таймингами у нас. Собственно, эти инвокеры знают тайминги форжей. Форж Куса у нас умирает, форж Дейсенда также отъезжает, но вот Кусу немножко больше золота дали за форж Дейсенда. Ну и Дейсенд продолжает бить крипов. Здесь что-то у нас такой хороший, красивый вард, а это золотой вард с интернешнала. Ну ладно, итак, инвокер. По нетворсам. В 400 лидирует, собственно, Дейсент по золоту, по экспириенсу в 200 лидирует также Дейсент, то есть 200 это даже не левел, но, опять же, это хоть какое-то преимущество. Итак, прилетает с тем временем курьером фласка, наверное, вместе с Кларити для Куса. Ну, а у Дейсенда просто имеется 0 талисман, рецепт на брейсер, то есть скоро он тебе его принесет, Ring of Basilius, фласка и апнутые стики. Ну что же, сверху у нас Кус находит дабл дэмэдж и постарается сейчас, наверное, его как-то реализовать. Итак, 57, нужно 59 секунды, чтобы взять дабл дэмэдж, чтобы также вторую руну, да, вот, идет с иллюзиями, идет с дабл дэмэджем, просто максимально загрежена у него автоатака. Итак, здесь у нас в среднем пошли фаржи, вызываются еще одни фаржи, ну и курьер добит, да ладно, 24 хп остается, но все-таки у курьера вовремя очень апнул Дейсент, курьера, как же, он здесь хорошо отыграл, правда, здесь пошел кол стап Дейсента, Дейсент очень больно, Дейсент может у нас умереть, Дейсент продолжает стики, Дейсент живет, это Дейсент делает ФБ и отхиливается с фласки. Боже мой, Дейсент, прекрасная игра. И забирает он первый фраг себе, забирает небольшое преимущество по золоту. Так что у нас 230 золота. А, здесь, наверное, просто показывается по персонажам, потому что 520 экспириенса и такое себе. То есть здесь на файт река посмотреть бесполезно. Ну ладно. Ну ладно, в итоге сейчас ведет у нас около 1000 по золоту Дейсент, по экспириенсу уже больше 1000, и проблема в том, что сейчас у нас прилетит инвокер под крипов, то он может умереть, так как касается у нас айсвол, касается Cold Snap, очень больно, собственно, Кусу, Кус теряет огромное количество хп, и на развороте сейчас может дать Cold Snap, но это все, что он может дать, и Sunstrike будет, и умрет у нас! Кус и побеждает Дейсент. Ну что же, мы его поздравляем, а я, ребята, с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Для вас работал я, Faster Run Light, и до скорых встреч на других турнирах.